Здравствуйте, дорогие друзья, зрители, подписчики канала Евгения Дрожжи. Да, всем здорово. И Виталия Вульферна. Да, и, собственно, я, собственно, да, мой канал, да, Вульферин Гейм, да, я Вульферин, да, да. Да? Да. 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 И мы сегодня идем в город. Да. Продолжаем, да, мы идем в город, и мы хотим поглубже зайти в город. Как скажешь. Ну, а чё, Жень, ну, надо зайти поглубже в город. Задача найти, есть какие-нибудь определенные задачи, что нам нужно найти? Найти... том строительства второго уровня. И ну, генератор, как наверное, желательно. Да, и книжки, чтобы управляться с генератором. Управляться с генератором. Да, потому что... И надо будет потом построить помещение для генератора, но это уже потом. Так, тут что-то никого. Ну, ты радуйся, что никого нет, Жень. Ну. Не, я-то безусловно рад. Очень, очень рад. Царь, очень рад, царь. Но все-таки как-то странно, что никого нет. Я тоже немножечко, знаешь, так это отношусь к этому делу скептически. То, что никого нет, как-то это печально. Я слышу, что-то рычит. Грустняво. Женя, тут все рычат. Виталя, не бей стекла. Да я не бью их, я их убираю наоборот. Курс Сверловства, том первый, вот, пожалуйста. Оу, наверху. Наверху, Жень. Я пошел. Да, вот она. Долбится! Долбится! То женщина... Сдохни ты! Что-то она долго умирала. Женщина-долбун. Нижнее белье, что-то как-то не особо. Часы-будильник, что-то как-то не надо. Женщине труселя не угодили. Зачем мне чужие труселя? Вот носить. Это можно забрать. Бета-адреналин, витаминчики. Жень, зачем я мне знаю, что носить ты подарю. Чужие трусы, Виталя? Ну, а вдруг я тебя обгадишь, ну? Вот строительство, курс строительства есть тут, Виталь. Yeah. Книга. Забираю. Том пятый. Том пятый. Бери. Книга обычно. Ну, возьму. Бери. Том пятый. Ни хрена, этот чё, я могу до максимума, что ли, уже прокачать свой строительство? Оу. Ляпота. Ты в следующий дом пошел? Да. И тут уже открыто. Темно, как у негров в желудке. Так, Женя, бляха-муха. Не писюкай, мне самому страшно. Я тебе мышь дохлую сейчас дам. Зачем мне твоя мышь дохлая? Потому что она есть. Так, встроенные наушники, патроны 9-миллилитровые, забираем. Перец, консервные банки. Не надо поесть, кстати говоря. Мы делили апельсин. Много нас, а он один. Бинты. Все, нажрался морковки, нажрался. Щетка, спрей для волос, ничего не надо. Вставные наушники. Женя, хочешь, я тебе вставлю наушники? Курсы для звероловства пойдет. Бери. Все бери. Тут точно не у каждого свой лут, не? Нет. Мы делили. Ты через забор перепрыгнул? Я зашел туда. Куда? Ну, забор большой, здоровый. Тут дырка есть. Ну, через забор, да. Там нельзя через него перелезть, Женя. А, не, я не туда, значит, пошел. Деревянный. Я понял, а я через не деревянный прошел. Женя, деревянный забор. Я понял, я вижу. Тут дырка. Направо, налево пошел. А ты там дерешься? Да, я убил. А вот и зомби пожаловали. Я их прям слышу. А вон они, трое, вижу. И вон сверху трое. В доме, Жень. Они и из дома вот вышли, Виталь. Окружают. Аккуратнее, сзади, аккуратнее, Виталь. Вижу. Так, вот этого приму. Ну, вот где все зомби, да? Это херня еще, на самом деле. В любом случае. Не из дома, в доме, да? Тихо. Ты что творишь? Там идет один сзади, сейчас я приму его, в доме бери. Давай, я этих сейчас. И сюда, красавчики. Женя! Вижу. Встал. Лег. Все, никого. Вроде все.
О, сумка, Женя, сумка здесь в ком-то из них, сумка вижу, большая, беру, большая. Беру, забрал. Не вещевая, а именно большая, бери. Ну, большая, забрал. Да, взял, все, молодец. Де-де-де. Так, посвящай меня, переложу вещи. Правая кнопка мыши повесить на спину. Да-да, я вещи из мелкой сумки переложу. Да, перемещай, перемещай. Так, правая кнопка мыши повесить на спину. А, понял. Так, Виталь, что-то слышу. Это ты? Это ты? Женя, тихо. Аккуратней. Это здесь. Это здесь зомби была. Была. Она где-то бомбит. Позащищай. Так, кушать уже Женя. Хотеть. Да сейчас в дом залезем, да и возьмешь что-нибудь пожрать. Так, слышу, Виталь, аккуратней. Да я вот ее сейчас тут толкаю. Так, вижу, он идет, да. Возьму. Бери. Я полез внутрь. Справишься? Да, да. Ту, мри ты. Оу! Журнальчик, что там? Дура, блин, тут стоит долбится в дверь. Так, блин, а что в ящике? Ну, типа... Синяя краска. Теперь ты можешь, кстати, движение все в сумку класть себе. Да, так, мне нужен холодильник, есть там? Был холодильник? Что-то похавать. Есть. Есть. А, есть полностью. Зажигалочка. Есть полностью. Зажигалочка. Корица, я не знаю, нафиг надо. Зажигалочка. Женя, слушай, тебе опять редиска нужна, нет? Все надо. Все надо, Жене, все нужно. Шкаф. Кубики. Женя, тут кубики есть. Кубики. Как на прессе, у меня которых нет. У тебя там шарики, Женя. Все. Как будто у тебя там треугольнички. У меня там... Да. Сгусток энергии. У меня там... Сгусток энергии? Ну, не такой, как... Да. Когда всегда. Не такой... Энергетический, но есть. Энергосберегающий. Энергосберегающий режим. Женя Виталь. Дюрасел, мать его. Фиолетовая лампочка. Шикарно. Вкрутим в этот, в светильник, и будет у нас все фиолетово. Это круто. Так, вилка, консервная, что? Говядина пойдет. Тряпка для посуды. Нафиг мне ваши тряпки. Кровать можно стырить. Ложка, миска. Тряпка для йо-йо, посуды. Йо-йо, Женя, я нашел йо-йо. И что теперь? Ну. Лада седан, я баклажан нашел. Вот это достижение, Женя нашел бы. Мороженый, вкусный, халявный. А, это я тут. Уходи, я тут. Тут занято, тут никого нету. Я тут. Журнальчики собираю. Журнальчики, да? Собираю, мне пригодятся все. Пригодится, точнее, все. Подтираться, да? Для всего пригодится абсолютно. Ты уже вышел отсюда? О, спички, да, я вышел. И такие звуки. Что? От меня, типа? Или что? Ну, типа, там из дома. Не-не-не. Чё пришел? Полюбоваться. Кем? Чем? Тобой. Книги опять. Забираю все книги. Фу. Что? Фу, сударь, не надо мной любоваться. Как так-то, ну? Не надо мной любоваться. Как так-то? Фу. Так, я дом напротив, через этот дорогу пойду. Не гони, я уже здесь. Нет, через дорогу большую, я имею в виду. Окей. Через большую дорогу пошел? Ну ладно, я тогда здесь буду долутывать. Ты там это, аккуратно, Рэмбо, блин, комнатный. Да я тут зомби где-то слышу. Женя, это логично, что здесь очень много зомби. Почему я сумку хотел сказать? Да-да, сумка уже почти забита. Так, школьный портфель, прикольно. Ну нахрен он нужен, он не нужен. Я домой просто заберу. О, ступка и пестик, ура! Можем лекарства делать. Так, пошли нафиг. Оу, готов, о, еще один. Что там зомби моется. Да, у меня двое тут, двое мужиков зажигало. Я, конечно, все понимаю, люди бывают разные, но... Тут я и девушек видел как-то, штук пять в одной комнате. У-ля-ля. Да-да. Надо те дома, которые мы облутали, открывать. Дробь же не респавнится. Нет, не респавнится. Ты это, Жень. Сигналка, если будет, беги. Просто беги. А, сигнализация, да, это естественно. Да, это там сразу там бежать, прям нестись надо, прям сломя бошку оттуда.
Так, лампочка надо нам вообще? Лампочка, можно засунуть ее в рот. А если без щутки? Без щутки? Как же Женя без шутки? Виталия может без шутки. Ты что? Не. Виталия уже не может. Меня инвентарь не закрывает. А, все, закрывает. Ну, это, типа, там... Не закрываем мы инвентарь. Там зомби. Воу! Воу! Папа, пара-па-пара-па-па, пара-па-пара-па-па. У меня, я такое сделал, тара-та-та. Ты? Да. Еще не трогай. Вот нигер, а. Магнитолу стырил, нормально, сейчас разживемся. Смотри, смотри, они идут вон, видишь? Нормально. Это, по-моему, у меня было. Не-не, у меня, я только через дверь завошел. Дверь открыл, только вошел, она сразу... Такой, пустите меня, зомби такой, пустите меня. Давай, иди сюда. Сейчас они сбегут отсюда, ох, сейчас их тут будет. Там еще же не зомби вон. Зачем ты окно закрыл ему? Все? Ну! С почином, как говорится. Да, да, да. Да не, я. Да, я в курсе был, что так-то это бывает. Не, я просто говорю, с почином. Первый раз сигнал на сигналку наткнулись. А, ну да. Так, кулинария, радио, журнал. Дневник. Заберу, Женя, почитаю. Женя! Что? Ну, сюда идут, что? Ну, пока, Виталь. Че, пока, Виталь? Я с ними справлюсь так-то. Прощай, Виталь, прощай. Господи, Женя. Виталя. Раз, два, три. Женя, аккуратно. Готово. Так. Еще что большая шумка заберу. Пригодится. Что, это? Что за звук, как будто, мол, этот... Оу, оу! А чего они все сюда идут? От нас пахнет, видимо, хорошо. Пересрались, Женя, ты штаны помыл, когда бежал? Гоу через лес. Если мы пройдем... Какой лес, там забор. Твою мать. Мы сами себя окружили, да, получается? Ну, вот того. Ну что, можем, будем выносить или нет? Ну, блин, их слишком много, не, Виталь? Я побежал, короче, да, гудбай. Ой! Ё-моё! Слишком много. Их тут... Их тут... Твою мать. Вот и зомби. Ой! Ой, я сам себя загнал. А у нас усталость тут есть? Мать моя женщина, отец мой мужчинка. А вот и они, а вот и зомби. Здрасте. Женя, выбегай оттуда. Я пытаюсь, я пытался через тот проход, в который мы зашли, но там слишком узкий проход. А тут их очень много. Выбегай через дорогу. Тут иду, еще иду можно по дороге, бежать. Иду по дороге. Какой дороге? Женя, короче, домой. Каждый сам за себя. Потому что в такой ситуации только каждый сам за себя может спастись. Все, выбежал. Ой, а что-то зомбаков-то стало, слушай, много? Внезапненько, да? Они все, наверное, со своего города пришли туда. А что-то быстро они сюда пришли, знаешь ли? Я тебе так скажу. Женя, я на дороге по прямой уже на дом. Давай. Я на большой дороге, я не знаю. Я, наверное, да, скоро буду дома. Ориентируйся на магазины. Да, 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 я тоже по прямой на дом сейчас выходить буду на эту улицу уже. Вон, просто... я тебя вижу. Я сзади тебя. Я на большой дороге. А, все. Ну, слава богу, пошел. Я обошел вокруг. Домой. Нахер. Я так вот не... это, ну ты видел, да? Ну, ну да, ты... да, я через них там, пям-пям-пям. Так... Их еще больше может быть, так что да. Это круто, это круто. Адреналин. Ну... Ну знаешь, адреналин, когда их станет много, нам будет очень плохо лутать. И все они тут у нас будут под домом. Да, и они будут все долбиться об дверь. Здесь... А дверь они эту вынесут, ой, как быстро. А нельзя какую-нибудь металлическую дверь сделать? Нет, нет. Блин. Только повышать навык строительства, и тогда будет увеличиться качество двери. Все дела там. Тут педанты, блин, хреново, а. Хрена их там. Да уж, не, чё, круто. Орденька такая, понравилась. Ну, сигналка, она всегда привлекает много народу. Да. Ну, Полутались, чё? Хоть я сумку нашел, допустим, это очень хорошо. Да. Хорошо, что Женя нашел. Куча книжек нашли. Ну, я нашел. Нам надо готовить еду.
Надо запасать еду. Так, я книжечки поскидываю, пожалуй. И консерв куча. Ну, в основном мы, конечно, еду таскаем, честно. Это хорошо. Блин. Ну, потому что, Жень, надо запастись, потому что да. Все-таки пока картошка вырастет, пока она там, да. И пока я прокачаю навык своего этого строительства до 4 уровня, и когда я смогу только строить уже этот сбор воды, ну, дренажку эту, это пройдет куча времени, вот сейчас мне надо... Я не знаю, что мне нужно строить для того, чтобы вот... Чтобы нормально у нас было все с делом. Так, блин, тут хрен пройдешь. Сейчас мы закинем сюда. Блин, я вышел из дома и думаю, что за херня. Витамины, бета. До свидан. Да, баклажан. Джигурдан. Баклажанчик я, да, нашел. Жигурды. Че у меня там с... Блин, опять крестный пин. Я когда-то заживу, нет? Кто тебе виноват? Кто тебе виноват? Ну, кто сказал, что дрожжи виноват? Никто не знает, в чем и как. Очистишь ожог, повязка, рваная ткань. А, очистить ожог, да. Это. Ты вот что, очищаешь, нет? Да, вот очищай. Сейчас. Там типа это. Счищаешь херню эту всякую. Ну там, знаешь, пригорается говно да. Это. Пригоревшее. Бинт. Бинтик. Ну, хорошо. Лучше. Эх, шардоне ты моё, шардоне. Чё? Лучше. Нет, хуже. Нормально. Что, пойдем еще лутать? Ну, не знаю, как хочешь, можем. Тогда надо в другую сторону, наверное, сходить. Ну, желательно, да, чтоб не это. Ну там зомби уже хорошо так понабежало. Так, холодильник полон. Кидаю в морозилку. Мороженое так, у нас тут. Уже нам. Сырок. Баклажан. Мне кажется, у меня дождь идет, что я понять йогурт. Не могу. Йогурт. В реале? Да, что-то я вот не могу без понять. Без понятия, Виталий, идет у тебя в реале дождь или не идет. Проволока. И вот это еще сюда скину. Так, еду. Нет, не идет. А вот патроны тут были, да? Что там такое? Да я думаю. О ком? О тебе, Женька! Что-то как-то стесняюсь я. А нахера ты консервы положил? Да. Что? Куда? Сервированные сардины положил кто-то в книжную полку. Ну, может, я мискликнул, но вроде я не ложил туда ничего. Так, грязный бинт. Нет, тут место для грязных бинтов уже определенное. Ну ты... Их же можно очистить, Женя, ну... Я их очистил, Жень. Окей, я шторки повешу. Нахрена? У нас двери, окна заколочены. А я шторки повешу. Я очистил эту, Жень. Слышь? Кого? Винты твои. А как их очищать? И что-то у меня нифига не получилось. У тебя должна быть вода в этом инвентаре. А, ну может это из-за этого, да. Пошли, давай. Так, go. Это я скину, ну и спиртовую go. Оставлю. Go. Gadget, go. Ой. Подожди, что стой. Такое? Да, поесть и попить. Нет, не попить у меня есть. Нет, пошли, подожди, нет. Пожрем дома, там где-нибудь. Попить, выпить. Мы сегодня будем кушать. Чих. Женя, зомби. Много зомби. Тут они? Да. Что, может в обход? Тихо, подожди, тихо. Виталя. Я их запустил. Нахренашеньки. Эх, две штуки. Виталя, да Виталя, нет, Виталя, нет. Виталя! Ну так... Не укусили-то хоть? Нет. Так там был бы хруст у тебя. Хруст. Ну, прокусили Женьку. Нет. Прокусили. Слушай, бы. Слушай, ну блин, реально, надо вот это то, что ты предложил по веткам, по веревке спускаться. Сделать. Ну потому что да. Они не могут дело. Подниматься. Я тебе говорю, нужно найти том второй. Тогда я смогу спокойно, просто-напросто очень быстро прокачать навык строительства. Ну это все читать тебе. Ой, как долго все. Ну конечно. Ну, нам придется как-нибудь с тобой скооперироваться потом. Это вниз сейчас пойдем? Нет, сейчас мы пробежим до трассы. Ну, а потом вниз. Да, ну, вот сюда можно идти. Тут мы нет, еще не были особо. Да, я с тобой бегу. А тут особо-то ничего нет. Тут только ну, вот три зомби. Нас... Три зомби. Виталь, три зомби там. Ну, три зомби. Не-не, я просто предупреждаю. Да, я походим.
Почему-то на Женю агрится больше зомби, чем... Ножик сломался, что ли? Да, видимо. Ай! Виталий? Ой! Да, ножик сломался. Ой! Что такое? Ой! Блин. Как ты... Вовремя, нож... главное. Ты свой этот, что ли, сломал? Охотничий? Да. Клея у нас нету с собой, да? С собой нету. Дома есть. Его можно чинить с клеем? Ну да. Закрыт. Твою мать, как так-то? Пошли домой. Окей. Я починю тебе твой ножик. Я починю тебе твой нож. Он будет бить прям как новый. И засуну его по самые помидоры. Нет, Виталий, это себе ты там можешь вот засунуть, провернуть пару раз, потеребить, я не знаю. Это вот со мной, пожалуйста, такие ролевые игры не играй. Блин, а видно на оружии, знаешь, типа... А, видно, видно прочность. Состояние, да, можно было это заранее посмотреть. Ну, хз. Ты молоток с собой таскай на всякий пожарный, поэтому теперь. Угу, окей, надо будет взять еще молоток. А так-то у меня апельсиновая газировка и спиртовая салфетка. Чем бить? Салфеткой по щам. Почему нельзя ключи взять? Используешь как кастет, по сути, можно так ключи взять в руку. Женя, игру создавали не русские. Конечно, да. Не руси, блин. Та-т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 а
отсюда. Так, молоток. Не вижу садовый. А, то есть его можно просто клеем починить. Изолентой можно починить. У нас изолента вообще где-то была, нет? Нить. Не вижу изоленты. Нет, я вообще не находил изоленту. Так. Молоток нашел. Взять одну штуку. Пригодится. Можно, конечно, клеем починить обычным. Но просто... наверное, плохо будет, да? Ну да, лучше изоленты там, потому что шанс более высокий. Шанс на что? На починку? Починку, да, там 100% и 50% прочности восстановится. Бляха, муха, я опять выбежал из дома. Таня. Я же видел за ленту, я же ее находил. Ну, батарейки, игла. Проволока есть, как бы. Проволока это не то. Проволока это вообще колючая проволока, надо будет вот ее. За ленты нет, тряпки есть. Не. Тряпкой. Захерачь тряпкой мой нож, да? Перемотал. Ну, ладно, клеем обычно возьму. А скотч у нас был? Скотча тоже не видел. Скотч говяный чинить. Ну, клеем обычно будет чинить чуть теперь. Ну, как могу, Жень, так и чиню. Нормально. Wooden клеем. Нет, обычным. А что wooden нельзя? Ну, потому что это не деревянный нож. Ну. Пофиг, это деревянный нож. Что витамины делают, что они помогают, в чем? Ну, усталость типа убирают. А, кстати, Жень, тогда надо... Да, брось на пол, сейчас я витаминки жахну. Нас какие жаль. Чуть-чуть усталость пущает, у меня умеренное напряжение. Ой, тогда пожрать надо. Так, и у меня прочность, иксим, урон. Ага, вижу, состояние, нормально. Так, взять вас. Ой, мне же стоит опору, надо тоже починить. Починить твою машину? Я с собой. Я приду сквозь злые... Сочи. Сочи? Сочи? Я арбуз съел, вот полностью весь арбуз. Выдал, блин, весь арбуз. И такой семечко. В зомби. Да, автоматик такой. Бедный зомби, Жень, тебе их не жалко, а? Вообще ни в одну. Пошли, все. Лицо. Я не могу отдыхать почему-то. Пошли! Не, я думал, пока ты там делаешь, думал отдыхать. Что-то клацал, нифига не понял. Ты молоток с собой взял на всякий пожар? Да. Опять. Вот Виталик, много. Я слышу много шагов. Я, все на меня, ну! Он туда перелез. Не, Виталий, надо что-то делать. Они, да. Ну, а что делать? Надо искать книжку, я тебе говорю. Пошли. Пошли. Музыка такая. Ножик сильно сломался, нет? Посмотри. Ножик. Да не особо.
Но она же печь хорошая. Надо прочность. Когда вот у тебя прокачается прочность режущего, будет замечательно, потому что у тебя будет он меньше ломаться. Всем дело. У меня опять грязный бинт. Женя, ты заколебал. Я не знаю, что за хрень-то с этой ногой-то у меня. Потому что она не заживает у тебя ни хрена. Может, это то, что я бегаю, реально. Надо было кувалду взять, расфигачить этот сарай. Добраться. Расфигачить. Да. Что-то многовато, да? Ну, что-то их уже стало, да. Не было, и вдруг приперлись. Куда взялись, непонятно. Че, куда идем? Ну, туда идем, по дороге, че. Ты выйди. Он чуть меня не укусил. Ну так. Ой, Виталий, аккуратней. Да, стоят. Всё. Стоят! Понеслась, девчонки, мочи, стоят в сторонке. Все, пошло, Жень. Один увидел. Вон-то еще двое. Я не увидел тот. Сзади никого. Бензозаправка. Ваншотит, блин. Топор-то? Все, сдох. Да ты сука. Женя, аккуратно. Что у него тут? Жилет, кредитная карточка, туфли, газеты. Промеж булок платить, да? Да. Цинь! Оплачено. Угу. А здесь зомби нет, смотри-ка. Они чисто так на дороге ставили почему-то все. Они, видишь, они сейчас будут разбредаться от того места, где были. О, чипсы. Не было чипсов. Пип. И пипа не было. Был. Чё? Я слышу. Все слышали пип. Канистра. Ну, канистру. Не успел. Чё не успел? Канистра бери, будем сейчас бензин набирать. Баллон с пропаном. Взрывать можно. Чтобы бомбило по самой, не балуй. Прикольно. Эти газетки, журнальчики. На улицу. Компакт-диск. Так. Холодильники. Пусто все. Ой, закрыть дверь. Так, это что здесь у нас? Тут у нас... Что тут было? Радио. Уголь. Уголь вообще нужен, не? Уголь? Вроде нет. Все, пошли. Уголь, ну, не знаю зачем. Тут ты был. Рация. О, отель, Женя. А в отеле что можно наиметь? Много чего можно наиметь, Женя. Это открытая комната. Женя, зомби внутри. Во дворе зомби, Женя. Так, убрать осколки стекла. Так, я зашел в комнату. Подушку. А я от зомби отбиваюсь. Туалет. В котором ничего нет. Чего, уже что-то в рифму начал разговаривать, Женя, это как-то ненормально. Да ты там дверь открыл? Да. Господи. Не господи, все, для Жека дрожу. О, слышишь? Не, я слышу, как у меня завывает песня. Только подушки, блин, ничего интересного. Что там? Зомби? Да. Зомби в ванной стоит, прикол. Он такой, я обмоюсь. Она купается. Ну, не будем ей мешать. Чё тебе не нравится за купающийся зомби? Она следит за своей чистотой. Неважно, что она уже воняет там. Не, на вкус и цвет, как говорится, да? Виталий любит вонючих? Женя, твою маг. Ну, ты сам так сказал. Я говорю, на вкус и цвет, говорю. Может, кому-то нравятся гниющие женщины. У тебя такой приятный желтый цвет глаз. Желтый? Ну типа да, типа уже. У меня аппетит пропал. А ты сейчас кушал? Я есть хочу! Ну уже не хочешь, видишь? Жека дрожа! Эксперт в похудении, блин. Да. Шути, давай, я жду. Я прям ожидаю. У меня есть серьги. Почему серьги нельзя одевать? Серьги на Крит хочу! Ну вы поняли, короче. Женя немножечко у задротился.
Долбись там сколько угодно. Оу! Что там? Это? Женщина, ты какая-то бешеная! Она не танцует, понимаешь? Да ё-моё, я прохожу мимо, тут окно такое разбивается, и она вылетает. Ух ты, ёптать! Что там у тебя? Она была не одна. Там были двое мужчин. Жемчужное ожерелье, офигеть. Ну, зачем оно нам здесь, скажи? И вот если бы ввели каких-нибудь NPC-шек для торговли, тогда да, так. Кому нужно, блин, ожерелье? Жень, ну, в 7Days же тоже ведут сейчас этих торговцев. Ну, я думаю, там нафиг никому не нужно ожерелье. Там я холодильник был... еще один нашел, Виталь. Там маленький, был... маленький. У меня тоже есть тут маленький холодильник, потому что, да. Забирать? Ну, хочешь, забирай, только у тебя место есть для холодильника? Он 13 килограмм весит, там, или 10, так, я уже не помню. Выключить, выкинуть лампочку. Выкрутить лампочку. Выключить, наверное, сначала, да? Холодильник сначала забери. А как его забрать-то? У тебя правой кнопкой мыши по нему жмакаю, и тут только... там другие методы. Там вот видишь, там у тебя тумбочка нарисована внизу. Ну, не внизу, а... Ну, как тебе сказать? В инвентаре, ну... Не в инвентаре, а ну, тумбочка большая там нарисована, где вот сердце у тебя там нарисовано, внизу, ну. И там написано «поднять». Ты наводишь на холодильник и смотри, чтобы холодильник был выделен. Холодильник будет выделен, значит, ты сможешь его поднять, все. Слушай, а нам не пора ли? Я поднял. А, я понял, он мне почему-то светильник выделяет. Светильник типа мешает. Тут, кстати, не очень проработана эта фигня. Мне она тоже не особо нравится, потому что там как-то неудобно, коряво. Блин, да. Коряво проработано, это подъем этот. А, Женя уже здесь, он во всю второй этаж ходит, там лутает. Женя, ходить. Холодный отъездить. Компресс. Ну, давай заберу. Приложи его себе к концу. Чипсики съесть полностью. О, у меня уже перебор, типа, по килограммам, фига. Что, холодильник в воде взял? Или пол? Пол я не брал. У меня баллон. С пропаном? Да. Виталий тут ходит, блин. Как-то не удалось, да, Виталий? Виталий нашел свой способ войти. Виталий вошел как умел. Ой, все, Женя, знаешь... Так же и домой. Ой, как умеем, так и заходим. Пойти бензинчика набрать. Зачем тебе бензинчик? Колокольчик, слушай, есть, смотри. Дилин-дилин. Извините. Я хочу позвонить колокольчик. Все, грубо говоря, практически весь второй этаж обсмотрен. Я тут уже больше не знаю. И вон зомбик один уходит отсюда. Их тут двое. Ага, вижу, вон дом. Да весь второй этаж обсмотрен, ну конечно. Ну не весь, я же тебе сказал, там двери закрытые, которые я не смог пройти. Я в них и ломай не окна. Так, а тут Виталий тут прошел, окей. Вообще я предлагаю так... Что это было, Виталий? Ага, это зомбик. Я не Виталий, я хотел... Я не Виталий. Женя, ты меня в гроб загонишь когда-нибудь. Че так-то? Предлагаю, можно было бы и на этом это. Честь знать. Женя, тут много зомби. Сейчас давай, давай наберем бензин и пойдем все. И хватит на сегодня. Да. Так, надо канистры взять все тогда. Канистры, блин, а у меня нет с собой, да, канистры? У меня есть 5 штук. Сейчас наберем. И будешь меня охранять. Ну ладно. Что, сейчас наберем бензинчику заранее. Женя, сзади, сзади! Так далеко сзади где-то. Все равно сагрится. Такое чувство, как будто я выпил этот бензин. Не, я пил, это у меня звук. А, звук такой, как будто я бензин пью, я такой, чё? Ковтиков, так, аккуратнее, не на заправке уже там, Виталь. Я набираю бензин, видишь? Аккуратней. Жень, ну я набираю. У меня местами перегруз. То перегруз, то не перегруз пишет. Что жрешь много. Все. Все, пошли. У меня перегруз очень адский, так что да. Так что ты бегать не сможешь, типа, да? Да. Ну, предлагаю тогда на этом и закончить. Да, как считаешь? Что? Да, пора, пора уже, Жень. Да, да, да. На самом деле я уже говорил. Так что всем, ребят, спасибо за просмотр. С вами был Евгений Дрожа. Да, и Виталий Вульферин. Да, ребят, всем пока, спасибо. Покедова. Бай-бай. Пока. Все же, давай.